Ушли за ягодами и не вернулись. В оперативно-дежурную службу Бобруйского РОВД за день поступило сразу два сообщения о пропаже людей в лесу. Сперва в милицию позвонила бобруйчанка. Ее знакомый потерялся у деревни Орсичи. Оперативники приступили к поискам. Через 4 часа вышли на след мужчины. Позже к правоохранителям обратился житель деревни Петровичи. Его знакомый пошел на тихую охоту и заблудился. Благодаря мобильному телефону пенсионера нашли. За полмесяца в зеленых зонах области заблутали 6 человек.